Школьники Калмыкии узнали больше о праздновании Дня России. 12 июня наша страна отметит один из главных государственных праздников. Так, для учеников начальных классов Элистинской школы номер 23 сотрудники Национального музея имени Пальмова провели познавательную лекцию. Экскурсоводы рассказали детям о российских символах, а также представили тематическое видео. После этого школьников ждало практическое занятие. Они могли нарисовать либо слепить один из государственных символов Российской Федерации. В преддверии Дня России проводится мероприятие, посвященное как раз государственной символике. У нас в этом мероприятии принимают участие дети, которые посещают лагерь средней образовательной школы номер 23. И сегодня они как раз у нас на презентации узнают о важных моментах из истории образования нашего государства, символики государственной, и у них также вот интерактив, небольшая викторина будет.